для спорта. Это праздник в первую очередь для тех людей, которые из Харькова. Около 30 человек едут с Одессы, Львова, Полтавы, других городов. Медаль финишера. Я вже вам показую, і ця медаль відображує місто Дніпро. Тут якраз показана основна частина моста і ті будівлі, які ми знаємо про місто Дніпропетровськ. Кожен учасник може також написати своє ім'я, свій час, який він фінішував. Це вважає, тобто традиція отримання таких медалей є на кожному марафоні. І кожна людина вважається переможцем. Тобто, відповідно, будуть переможці в абсолютній віковій категорії, але кожна людина, яка здавала на півмарафонську дистанцію, вона отримує таку медаль. Хочу пригласить всех жителей города прийти на площадь Героев Майдана в воскресенье, и не только. Я делаю это как бегун, не как соорганизатор полумарафона, а как действующий бегун, который тоже в воскресенье побежит полную дистанцию 21 километр. Не ворчите на перекрытые улицы, выходите из своих домов, которые располагаются вдоль беговой трассы, приветствуйте бегунов, поддерживайте их. Это действительно для нас очень важно, вы не понимаете, как важно на дистанции для бегунов поддержка. И кроме того, знаете, такие события везде в мире, это действительно большой праздник для города. Вот просто приходите поучаствовать в этом празднике. Это необыкновенно трогательное зрелище. И старт, когда большая толпа спортсменов срывается с места, у каждого свои надежды. Знаете, кто-то хочет поставить рекорд, кто-то личный рекорд. Просто бежит просто для того, чтобы бежать, а не стоять на месте. И финиш – это совершенно незабываемое зрелище, финиш группы лидеров и победителей гонки. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь дома в воскресенье, просто приходите, развлекайтесь с нами и болейте за нас. У нас большие амбиции. Мы хотим, чтобы город Днепропетровск действительно стал спортивной столицей Украины. Сделаем для этого все возможное. Я поздравляю Марину Викторовну с тем, что ее избрали сегодня руководителем Федерации городской легкой атлетики. Марина Викторовна у нас последние 20 лет была абсолютно не публичная фигура, но как фанат спорта она решила поставить мне свое плечо хрупкое. И я очень рад, у нее есть очень большие организаторские способности. И я думаю, что футболисты и хоккеисты еще пожалеют, что легкоатлеты ее забрали в свои ряды. Каждый день она мне дома рассказывает о том, как мы должны реконструировать и стадион трудовой резервы, и стадион Славочич, заставляет звонить профильное министерство. Поэтому я думаю, что для любителей спорта Марина Викторовна – это хорошее приобретение. Итак, коллеги, от Марины Викторовны к полумарафону. У нас состоится полумарафон. В первую очередь я хотел бы выразить благодарность и слова компании Run Ukraine. Это действительно профессионалы, люди, которые проводят подобного рода мероприятия на европейском и на мировом уровне. Вторая моя очень большая благодарность компании Interpipe. Последний мой все-таки тезис, я буду говорить об этом тезисе, это тезис в том числе в своей речи на открытии марафона. Я бы очень хотел обратиться к спортсменам, ко всем жителям города, гостям, ко всем участникам, которые хотят принять участие в полумарафоне, чтобы они надлежащим образом оценивали свои силы. Пробежать 21 километр, это, я вам скажу, такое достаточно серьезное испытание для организма. Мы хотим, чтобы у нас прошел светлый спортивный праздник, чтобы не было травматизма, не было каких-то ЧП. Естественно, город будет обеспечивать и машинами скорой помощи, и полицией. Мы будем следить за безопасностью. Но, пожалуйста, дорогие участники, дорогие спортсмены, свои силы оцените надлежащим образом, чтобы у нас не было никаких с вами проблем. Всем спортивных успехов и достижений. Спасибо.